Да, слава Господу, моя дорогая церковь, что я сегодня с вами. Я всех приветствую вас и хочу поделиться, порадовать вас хвалебным псалмом, псалом Давида, 44-й. Вообще книга Псалтырь, это считается жемчужиной книги Библии, потому что там через рабов Господних открывается нам Господь в различных Его чертах характера, и псалмы хвалебные, и плачущие, и сокрушающие о грехах. Но вот этот 144-й псалом, он один из любимых псалмов. Я его часто дома себе прочитываю вслух, и когда я всякий раз его читаю, то, конечно, слова такие, они действительно душу наполняют, и невольно вот начинаешь ликовать, начинаешь радоваться и восхищаться, в какого Господа ты веришь, что это твой Господь, который тебя любит, который открылся тебе в Сыне Своем, который продолжает открываться в твоей жизни. И вот эти вот истины, они в тебе живут и всякий раз тебя радуют. 144-й псалом. «Буду превозносить тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо. Род роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. А я буду размышлять о высокой славе величия Твоего и о дивных делах Твоих. Будут говорить о высокой славе величия Твоего, и я буду возвещать о могуществе Твоем. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, Царство всех веков и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляй всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем, призывающим Его, ко всем, призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Аминь. Слава Господу! Слава Господу!